Напоминаю, телеканал «Дон-24» проводит акцию к чемпионату мира по футболу 2018. Собаку-футболяку домой забирай-ка. Если талисман предстоящего мундиаля – волк со звучным именем Забивака, то удачу нашей акции принесет собака-футболяка. И вот уже есть счастливая история под Новый год. Ведущая нашего телеканала Мария Филинкова решила поддержать акцию, и теперь в ее доме живет милейший щенок по имени Джулия. Ты собака. Ты моя собака, моя. Кормление по часам, персональная миска, ворох игрушек, а главное – любящая семья и теплый дом. Всего этого у Джули могло бы и не быть. Девочку подкинули в подъезд к волонтеру из Новочеркасска. Доброе сердце дрогнуло, и девушка, которая и без того курирует десяток кошек и собак, начала искать хозяев маленькой Джульки. А потом вдруг моя коллега замечательная, наш зоозащитник, да, она прислала мне фотографию вот этого в ящике этого чебурашки без апельсинов. И я поняла, что и все поняли. Я переслала в нашу семейную беседу, и все поняли, что это наша собака. Забирать комочек счастья поехали всей семьей. Мама, папа и двое детей. К любому делу семья Филинковых относится ответственно. Прежде чем принять решение завести собаку, взвесили все за и против. Прошерстили кучу форумов и сайтов. Но даже не предполагали, как изменит привычный уклад жизни маленькое лохматое существо. В нашей семье все было уже как-то размеренно, спокойно, уроки, ужин, там, попили, поели, дети взрослые, все спокойные разговоры, никаких. А вот здесь началось просто сплошное веселье. То есть получился повод смеяться вот каждые 15, 20, 30 минут, потому что она что-то обязательно вытворит, что-то начнет зачем-то охотиться. Взять собаку с улицы тоже решено на семейном совете. Когда столько чудесных хвостиков страдает от холода и голода, есть ли смысл покупать породистого пса? Оказалось, два дела одновременно сделать очень просто – завести собаку и спасти чью-то жизнь. Галина Горлова, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Уверена, Джулия родилась под счастливой звездой. А я с вами прощаюсь до следующей недели. Прямо сейчас знакомьтесь с собакой, которая только ищет свой дом. Лучший товарищ по просмотру футбольных матчей и игре в дворовый футбол. Мы помогаем пристроить бездомных животных в добрые руки и будем знакомить вас с самыми обаятельными и дружелюбными собаками-футболяками. Кто-то из них вам обязательно понравится. Красавица Герда поселилась в центре безнадзорных животных на Портовой 1/7 совсем недавно. Она никак не может смириться с тем, что вольная жизнь бродяги сменилась заточением в тесной клетке. Герда – крупная молодая девочка. За внешней строгостью таится покладистый характер. Она готова быть преданной тому, кто ее приютит и подарит свою ласку. Герда будет отличной охранницей. Отдают девочку в добрые руки только после стерилизации. Если вам приглянулась Герда, звоните по телефону 8 928 117 62 23.